За минувшие сутки от коронавируса излечились еще 87 человек. Всего болезнь победили 48 215 жителей края. Об этом сообщил Владимир Владимиров. Работа по выявлению новых случаев заражения продолжается. Диагноз подтвердился у 103 ставропольцев. 4 пациента скончались. Вакцинация не снижает темпов. Прививку от коронавируса сделали почти 118 тысяч человек. Также важно не забывать и о мерах профилактики. На Ставрополье вновь начнется масштабная медицинская диспансеризация. Напомню, в прошлом году ее пришлось заморозить из-за пандемии коронавируса. Обсудили этот вопрос на совещании в правительстве региона. Губернатор Владимир Владимиров поручил возобновить профилактические медосмотры. В этом году диспансеризацию должны пройти более 500 000 ставропольцев. Планируется также усилить работы по профилактике онкозаболеваний. Для этого в крае в скором времени откроются 26 новых профильных кабинетов. Кстати, по статистике Минздрава, смертность от новообразований в регионе снизилась на 13,5% за минувший год. Ремонт трассы на улице Западный обход в Ставрополе завершили досрочно. Специалисты привели в порядок свыше 3 км дороги, обновили тротуары и обустроили велодорожку. Территория стала удобной для водителей, пешеходов и велосипедистов. Работы прошли под эгидой нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». В поселке Новотерском ремонтируют Дом культуры. Часть работ уже позади. Заменили кровлю здания, коммуникации, привели в порядок спортзал, библиотеку и кабинеты для работы секций. Специалисты планируют обновить и фасад здания. Реконструкция проходит благодаря национальному проекту «Культура». Мост через реку Куму в Советском округе капитально отремонтируют. 100-метровое сооружение возвели в конце 90-х. Опоры объекта уже обветшали, а дорожное полотно перестало отвечать требованиям безопасности. Мост приведут в порядок в рамках госпрограммы развития транспортной системы.